Доброе утро. Утро. Вот, хочу сейчас отварить овощей на винегрет. Еще сделать. Мы делали, когда болели. Мне он очень хорошо заходил. И мне кажется, надо повторить. Значит, сейчас еще картошку сюда добавлю в этот оркестр. Вот. Ну и все. Остальное все уже сырое. Подготовила овощи, намыла их еще этой губочкой. Сейчас водичку на плиту и огурчики как раз вчера соленые вечером открывала. Для чего? Для салата. Вот, как раз туда. Сейчас залью водичкой. Очень удобно в этом плане. Гибкий кран, он позволяет такие манипуляции производить. Овощи на плите. Ну все, варим их до готовности. Пока все мою. У нас какая-то генеральная получается уборка. Но если не сейчас, то никогда. Вот, сейчас будем под кроватями все убирать. Все вот. Матрас подняли. Игрушки передвинули до потолка. Кровать на попа. Все там помыли. Сейчас все протираем, все, что где было, и назад будем загружать. Тем временем у меня сварилась картошка с морковкой, и свекла, она продолжает вариться. Ей еще надо, сейчас чуть добавлю. Вот, так что, и к винегрет ближе. Потом все остынет, все порежу, ну, как раз к обеду, наверное, все это будет. Это видеокамеры, две. Вот раньше... Не знаю. Тут. Ой. Сейчас. Пуш. Пуш. Ой. Заржавели. Раньше на такие снимали. И мы снимали. Слушайте, ну это год 95-й. Sony. Знаю, что с этим наследием делать. Здесь камера Samsung, причем все камеры укомплектованы дополнительными аккумуляторами, кассетами. На них производились записи. Вот, так что все в идеальнейшем состоянии. Ну, теперь что с этим делать, не очень понятно. Пушка, вы оголодали? Да. А голодали? А я вообще не ела, не знаю. Я не ела. А ты что не ела? Ты поспала, а что ты не поел-то? Не знаю. Я хочу поэтому жрать. Потому что не накормили. Да. Не предоставили сервис. Плохо. Видишь, как? Встретили. Сегодня плохо встретили? Да. Сегодня некогда как-то встречать. Нет. Сегодня на вас понадеялись. Да. Вот сюда идут. Сейчас. Как включится вентиляция? Я поняла, я тебе скажу. Сейчас видишь. Вот с розеткой что-то палит. Угу. Мы никогда не закончим эту уборку сегодняшнюю. Это просто там погром какой-то. Никогда. Винегрет режется. Сейчас огурчики. Зачем ты ешь не травили? Ой, какие глазки разноцветные. Ужа. Вот так вот пришли из Валберес, вот уже платье замерили. Давай, Валдер. Снимаю. Принесли подарки Соне на... Не снимай. Вот, принесли подарки для Софийки, получили уже. А вам что-то скажу? Скажи. Один раз бабушка... Сегодня Соня очень плохо бабушку обозвала. Тухлой курицей. Бабушка. Соню обозвала. Работаем. Клубника. Да. Ты,
Так может еще и Рене пососать? Ну, молодец, Рене. Настюш, сходи на кухню за Рене. Рене? Да. Рене? Рене-ни. Рене, да? Рене. Такие квадратненькие, увидишь, таблеточки. Большие. Таблетки. А у нее очень большие осложнения после коронавируса. У нее прям. Ее Наполеон ведет. Да нет, это все пройдет, это все восстановится, но есть такой момент и память. И соображалка не работает. Он вообще не работает. Получилось. Клубника. Да, вот. Вешай. Вот. Да. На этом все. Сегодняшний день такой какой-то ужасный. Тяжелый. Стало жутко. Просто. Какой-то цветноте. Уборка это глобальная. Тут картриджи везут. Потом что-то готовлю. Там потом пошли в этот Валберес. Чем по пластмассе? Чугом. Вот. Пришли. Всю дорогу туда-обратно шла кашля. Вот. Что-то не пойму. Что хочу съесть, не хочу. Устала, очень-очень устала. Вот сейчас вторную наклейку на мушку, казалось, сделаю. По одной в день буду делать. Сегодня на подарки, значит, забрали. Еще осталось у нас Озон. Там доставки. Они тоже придут. Я думаю, тоже будет на выходных. Все заберем. И уже будет легче. Тортик и свечки. На этом все. Пока-пока.